Сорт огурцов муромский. Сорт характеризуется мелкими плодами, коротким периодом созревания и короткоплетистостью стеблей. Огурцы светло-зеленого цвета, яйцевидной формы, имеют черные шипы и мелкие бугорки. Длина плода составляет 6-8 см, вес 50-70 г. Из-за коротких стеблей его можно взращивать в низких теплицах или небольших участках земли. Растение хорошо переносит низкотемпературные погодные условия и имеет иммунитет к самым частым заболеваниям. Мякоть имеет сильный аромат и очень высокие вкусовые качества. Вегетативный срок созревания составляет 32-42 дней. Недостатком сорта является поражение грибковыми заболеваниями с середины августа и быстрое пожелтение плодов на стеблях. Поэтому рекомендуется собирать урожай каждые 2-3 дня. Таким образом, вы соберете максимальный приплод до начала гнилостных болезней. Овощи используются для употребления в засолочном состоянии, но можно есть и сырыми. В сыром состоянии огурец прекрасно утоляет голод, так как заполняет весь желудок. Однако так как он на 95% состоит из воды, то чувство голода появляется снова довольно быстро. Данный сорт может выращиваться практически на любом плодоносном грунте. Если грунт пресный, плоды будут скрюченными и маленькими. Выращивание огурцов предполагает частое орошение и прополку. Не допускайте обильных поливов, чтоб вода не застаивалась в почве. Из-за хорошей переносимости холодных температур его можно выращивать в северных регионах. Сорт отличается продолжительность срока хранения и отличными вкусовыми качествами.